Знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 21 год. Рост 175 сантиметров. Вес 56,7 килограмма. Его профессиональный рекорд. 6 боев. 5 побед, 1 поражение. Его стиль ММА и вольная борьба. Дамы и господа, из Украины. Встречайте, Олег Михайлов. А вот его соперник в красном углу. Бойцу 29 лет. Его рост 172 сантиметра, вес 56,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 20 боев, 13 побед, 7 поражений. Его стиль ММА, и он представляет бойцовский клуб «Ахмат». Россия, встречайте! Вы знаете так, дорогие друзья, сейчас большое прощение попрошу у Александра Загорского, который Юнуса Евлоева, знакомого, безусловно, российским зрителям представляет, но вот из всех бойцов, которые выходили, я даже не знаю, вот Олег Михайлов оставил, наверное, самое неоднозначное впечатление. Промежуточная весовая категория. Да нет, ну на самом деле достаточно однозначно. Да, 57, и то, что он исполнял в этом, в таком коротком превью вместе с интервью, лично у меня эмоций положительных не вызвало. Прямо скажем. То есть Евлоев — это номерной боец, которого мы все знают. В Украине, во-первых, сейчас нет... На Украине, правильно по-русски говорить. На Украине, хорошо. На Украине. На Украине сейчас нет собственной какой-то серьезной организации, которая могла бы выращивать своих бойцов. Раньше это были оплоты и Pro UFC, сейчас они там толком не работают. Вот. Поэтому внутренней селекции какой-то нету. Нет какого-то внутреннего роста. Там, любительских федераций смешанных единоборств, как я знаю, там тоже не работает. Вот. И, соответственно, спорт не растет никак. И те рекорды, которые там есть, они ну, такие, из ниоткуда. Победу этого бойца верится очень слабо. Потому что если Юнус его как бы такой известный спортсмен, то как бы... Коленом через живот заходим сбоку. Начинаем отбивать. Ну, сложно смотреть такие поединки, конечно. Да, на самом деле нет. Это просто даже с самого начала был виден сильный разный уровень. Какое-то время, безусловно, будет сопротивляться. И человек, в общем, наверное, тоже не просто так выходит и с рекордом. Другое дело, что серьезное сопротивление от него не ожидается вообще от слова совсем. И Юнус сейчас там пробирает одну позицию, другую, но, на мой взгляд, немножко торопится, потому что он мог спокойно забить уже. Ну да. Он старается закончить именно досрочно. Не обязательно прием. Делать какой-то сабмишн, то есть это красиво, но... Не принципиально. Да, не принципиально. Победа есть победа, какая разница? Ну, по большому счету, да, как говорит Валерий Ильич, у властных с высоких позиций. Боевые самбисты у Украины вполне себе. Да, 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 да. Ярослав Амосов есть такой боец. Отдаст. Отдал уже. Да. Наверное, все-таки будет, да, прием. А, ну вот треугольник с рычага локтя. Хорошая такая штука, интересная. Вас сегодня давно отрабатывали. Ну вот сдача. Вот, все логично, все. Закономерно. Ну, какое-то время сопротивлялся. Ну, победа от чего? Юнус Евлоев с победой, это его дебют за клуб «Ахмат». Логично, надо было побеждать, победил. Все логично. Да. Ну, вот опять. Подобные поединки, уровень Юнуса мы себе довольно хорошо представляем. Соперник был явно. Как-то в сегодняшнем мероприятии не хватает спортивного интереса. Да, да, да. Пока андеркард, ну понятно, что уровень подготовки бойцовского клуба «Ахмат» вполне себе соответствует. Тем более, что у них внутренняя конкуренция в Чечне довольно серьезная. Да. Кого попало, держать не собирается. Тем более, что этому пристальное внимание оказывает глава Чеченской республики Роман Кучко. Ну уж соперники что-то совсем здесь пока. Я, честно говоря, жду больше вот мейн-карда, а мейн-карде 5 боев. Ну, мне кажется, сейчас как раз и должно начаться все самое интересное. Впереди у нас действительно на заглядение бойцы с громкими именами. Состоявшиеся, да. Узнаваемые. Ну и, в общем, с интересными соперниками вполне себе. Да. Да. Основным таким соперником наших бойцов я вижу Юсуби Намото. Такой классический гейткипер. Потом чего угодно ожидать.